Похоже, проблем быть не должно. Вылезай. А ты еще кто? Вылезай, блядь, живо! Эй, спокойно. Ничего личного, просто бизнес. Рейфилд мой. Не понял, типа воровские понятия не для тебя? Ты на чужое пришел. Я был первый. Так, можем решить дело двумя путями. По-хорошему или по-плохому. Оба приведут к одному и тому же. Я заберу тачку. Ты чё творишь? Деченька! Не с места! Вы арестованы! Никуда не дергаться! Поднять руки так, чтобы я видел! Медленно! Морды в землю, сука, быстро! Джеки Уэллс, мой добрый сосед. Так и не поумнел ни на грамм. Эй, детектив Стинс! Надо же, какая встреча! Инспектор Стинс. Один хрен. Погоди-ка. А тебя я тоже припоминаю. Давай, говори. Не стесняй. А ты вроде... уехал в Атланту искать счастье. Похоже, не нашел, да? Я говорил, что у всей Хейвудской перхоти одна судьба. Тут рождаться, тут жить и тут подыхать. Я, как всегда, был прав. Чё молчишь, уёбан? Ни хера ты обо мне не знаешь. Что, правда, глаза колет? Следи за языком, а то я рассержусь. Да ладно, инспектор, тебе-то с этого что? Закроешь нас, посидим мы до суда, поплюем в потолок. Отдадут нам максимум пару месяцев, а может и вообще отпустят, потому что в тюрьмах только стоячие места остались. Воры, да они. Блин, простые уличные бродяги. Мы взяли их с поличным, мистер Фуджиока. Сейчас поедем в участок. Да нахрена это надо? У меня нет времени снимать показания и играть в следствие. Вы предлагаете их отпустить? Я предлагаю сломать им ноги, надеть наручники и бросить в море, чтобы не всплыл. Все это слышали? Бля.